Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты в студии Родион Архипов. Соседи иностранных государств должны стать привлекательнее для инвесторов. Об этом шла речь на Совете глав российских регионов в Министерстве иностранных дел. Рекомендации руководителя ведомства Сергея Лаврова адресовались субъектам, которые граничат с европейскими странами. Но к диалогу пригласили представители всех федеральных округов. Интересы ПФО представлял глава Чувашии. Новый состав Совета глав российских регионов в Министерстве иностранных дел был утвержден недавно. На совместное заседание его члены собрались впервые. Открывая совещание, Сергей Лавров отметил, что от развития связей на уровне приграничных территорий зависит многое. В конечном итоге это поможет укрепить доверие между Россией и Евросоюзом. Сейчас в стране действует 5 масштабных программ. В их реализации участвуют и иностранные государства – Финляндия, Польша, Латвия, Эстония, Литва. Партнеры совместно обустраивают границы и возводят крупные инфраструктурные объекты. В следующем году наступит время подводить итоги данных проектов. Тогда же начнется разработка новых соглашений до 2020 года. Большой вклад в их подготовку должны внести и регионы, отметил Лавров. Федеральный министр рекомендовал руководителям субъектов активнее развивать зарубежные контакты, делая ставку на инновации. Мы сейчас можем с уверенностью сказать, что их реализация этих программ приносит ощутимую практическую отдачу на местах, гармонично дополняет региональные стратегии социально-экономического развития и в целом содействует продвижению модернизационной повестки дня в отношениях России с Евросоюзом. Инвестиционная привлекательность субъектов должна быть улучшена в ближайшее время. Об этом в своем докладе говорил министр регионального развития Игорь Слюняев. Участники заседания предлагали активнее использовать возможности торгово-промышленных палат на местах, увеличивать количество иностранцев в вузах страны. В МИДе Михаил Игнатьев встретился и с главой Россотрудничества Константином Косачевым. Руководитель федерального агентства предложил привлекать в инвестиционную деятельность республики ее уроженцев, которые проживают за рубежом. К обсуждению проблем участники совета еще раз вернутся. Михаил Игнатьев назначен его членом и на следующий год. Энергосистема страны на пути к глобальной модернизации. Уже сейчас российские производители предлагают заменить типичные подстанции цифровыми. Это не плод воображения писателей-фантастов, а вполне реальные разработки отечественных компаний. Ноу-хау отрасли собрали в одном месте на международной выставке в Москве. Она прошла в новом павильоне ВВЦ. С подробностями мой коллега Дмитрий Ковалев. Чтобы посмотреть на других и показать себя, в Москву съехались более 500 российских и зарубежных предприятий. Разместить такое количество желающих принять участие в выставке на ВВЦ было возможно только в одном месте. Свои экспозиции компании установили в недавно возведенном и, пожалуй, самом огромном павильоне. На каждом стенде хорошо знакомые потребителям и новейшие устройства. Сверхпрочные провода, мобильные станции для ремонта, приборы, которые отвечают за передачу энергии, бесперебойную работу. Более интересно, это сейчас цифровые протоколы, это 61850, такой очень модный протокол для цифровых подстанций, мы уже готовы к тому, чтобы его можно было тестировать. А на одном из чувашских предприятий в ближайшее время готовы поставить на поток производство цифровых подстанций. Подобные проекты сейчас разрабатывают многие научные институты. Что мы сделали сейчас? У нас все токи напряжения оцифровываются на объекте, и в терминалы сами поступают уже по оптическим каналам связи, то есть по оптике, по цифре. Но это будущее. Разработки дня сегодняшнего на стендах в виде небольших макетов. Последний писк модернизации отрасли – высокопрочные корпуса для оборудования. Вот, ну и ячейками занимаемся. Вот цеха у нас новые строятся. Ну, динамичная, развивающаяся. Но на пятки российским производителям наступают иностранные компании. Одному из чебоксарских заводов уже не первый год приходится конкурировать с китайцами. За рубежом производят полные аналоги чувашских ритомов, но продают их в два раза дешевле. А ведь импортеры могут и сами прийти в Россию со своими наработками. Можно с Китая сюда не возить, можно производство у нас наладить и продавать уже здесь, на российском рынке. Самый лучший вариант. Другая проблема предприятия энергоотрасли
отрасли тендеры. Зачастую, отмечают производители, участвуют в них специалисты без технического образования, делая ставку на дешевизну, нежели на качество. Хотя, с точки зрения практики, лучше взять продукцию, которая будет следующие 50 лет работать, и к ней не надо подходить. Это должно закладываться уже конкурсной документацией. Технические специалисты. Должно, да. Но... В любом случае, электротехническая отрасль переживает лучшие времена. Производители успешно конкурируют с иностранными компаниями, предлагая востребованные и надежные продукты. На общем фоне Чебоксары не теряются, сохраняя свою марку центра релестроения страны. Наши предприятия быстро перестраиваются, гибко работают, и перспективы неплохие, можно сказать, хорошие. Понятно, другие страны мира тоже наступают, но мы здесь нисколько не отстаем. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Вопрос подготовки квалифицированных кадров стал одной из главных тем обсуждения на Совете по модернизации и технологическому развитию экономики республики. Сегодня спрос на определенные специальности постоянно меняется, потому что деятельность в условиях жесткой конкуренции заставляет представителей бизнеса предугадывать события и опережать конкурентов хотя бы на полшага. Экономике региона сейчас нужны квалифицированные рабочие, но готовятся в основном дипломированные служащие – юристы и экономисты. Хотя, по словам исполняющего обязанности министра экономического развития Владимира Аврелькина, за несколько лет ситуация изменилась. В 2013 году по сравнению с 2012 произошло увеличение спроса на рабочие кадры. Проблема с поиском квалифицированных сотрудников возникает не только у действующих предприятий, но и новых высокотехнологичных. С этим сегодня столкнулось, в частности, предприятие «Евил», которое не может мобилизовать штат необходимых работников, хотя готово вкладывать средства в их обучение и переобучение. Сбалансировать ситуацию можно несколькими способами. В первую очередь путем взаимодействия учебных заведений и предприятий по подготовке будущих специалистов, а также созданию учебных центров на базе университетов и колледжей. Сейчас в республике действует несколько ресурсных центров. В течение 3 лет появится и еще 7. В частности, на базе Новочебоксарского техникума прикладной биотехнологии по специальности химия. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Премьер-министр России провел сегодня совещание с главами регионов, на котором обсуждалось развитие сети многофункциональных центров. Дмитрий Медведев отметил, к концу 2015 года их число должно увеличиться минимум в 3 раза, чтобы 90% граждан имели доступ к госуслугам по принципу одного окна. Сейчас в России 843 многофункциональных центра, и воспользоваться их помощью могут лишь 30% населения. Мы должны постараться избавить наших граждан от необходимости ходить по разным инстанциям за справками различными, за документами, простаивать в очередях в Федеральную миграционную службу, в банках, когда они оплачивают различного рода штрафы и другие платежи по линии ГИБДД, в других государственных и муниципальных учреждениях. На это уходит подчас часы, иногда и сутки, особенно когда речь идет о крупных населенных пунктах. Чувашия была отмечена как регион, где создание сети МФЦ происходит наиболее активно, наряду с Москвой, Нижегородской и Калужской областями, Югрой. В рамках реализации указа президента страны у нас к концу года должно появиться 116 пунктов предоставления госуслуг по принципу одного окна. Однако уже сейчас за счет модельных библиотек в Чувашии открыто и действует 120 окон. Их услугами уже воспользовались 160 тысяч граждан. Еще 112 окон откроются до конца года. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика. Второго декабря в Москве на съезде по охране окружающей среды международной информационной группы «Интерфакс-РА» были представлены итоги рейтинга регионов Российской Федерации по эффективности и экологии предприятий за 2012 год. Чувашия в этом рейтинге заняла 1-е место. Итогом или весом является масштаб производственной деятельности каждого предприятия, определенный по выручке, численности персонала и потреблению энергии. Вот 1-е места в рейтинге занимают регионы, имеющие бизнес с высокой эффективностью, экоэнергетической и технологической, высокими темпами роста эффективности и высокой прозрачностью. Чувашская республика в этом рейтинге среди 83 субъектов Российской Федерации занимает 1-е место. С чем я вас поздравляю, пожелаю успешной такой же эффективной работы.
Проблему нехватки земельных участков для многодетных семей Чебоксар частично удастся решить. Не секрет, что в черте города выкроить земельный участок очень сложно, однако закон допускает возможность предоставления надела в любом другом муниципалитете. 629 земельных участков будут освоены в Кадикасинском поселении Маргаушского района. Общая площадь предоставляемых земель 118 гектаров, из них 80 принадлежит городу Чебоксары. Сформированные участки расположены в живописной местности и находятся в непосредственной близости от реки Волга, отметил главный архитектор города Чебоксары. Участок, кстати, Минимущество республики буквально отвоевало у серых перекупщиков. На этом участке будут размещены все соцобъекты, которые нужны по расчету. Это школа на 1500 учащихся, потом два детских садика по 240 мест и плюс инфраструктура, которая включает в себя небольшой центр, рынок, то есть небольшие магазины и плюс две жилые группы с многоквартирными жилыми зданиями трехэтажными. На данный момент это самый крупный участок, предоставляемый для многодетных семей в республике. Финансируется проект из республиканского бюджета. На его разработку было потрачено 270 тысяч рублей. Следующим этапом будет подготовка технической документации для строительства здесь жилых домов, инфраструктуры и социальных объектов. Проблемы, связанные с проникновением на территорию исправительных учреждений Чувашии наркотических и психотропных веществ, обсуждали сегодня на заседании антинаркотической комиссии. Сейчас на учете у ФСИН состоит 570 отбывающих наказания, склонных к употреблению наркотиков. За ними закреплены наиболее опытные сотрудники исправительных учреждений, которые проводят индивидуальную воспитательную и профилактическую работу. Работают с такими осужденными и психологи. По данным Управления исполнения наказаний, в 2013 году с помощью служебно-розыскных собак было изъято более 23 граммов наркотических веществ. Кроме того, на совещании обсудили и задачи, которые стоят перед каждым ведомством по профилактике наркомании. Министр культуры Вадим Ефимов отметил, что пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи способствуют фестивали, конкурсы и смотры народного художественного творчества. В этой работе наибольшую активность проявляют молодежные агитбригады, выступающие с тематическими программами против пьянства, алкоголизма и наркомании. В Чувашии осуждены три проститутки, жестоко расправившиеся со своей знакомой и закопавшие ее тело в снег. В феврале 2013 года злоумышленницы устроили ссору, в ходе которой отрезали пострадавшей кухонным ножом часть волос и распороли ее одежду, оставив лишь в нижнем белье. В таком виде они вывезли женщину в 6-градусный мороз в лесной массив на окраине деревни Хыркасы Чебоксарского района, где избили, в том числе, металлическим кастетом. Поводом к возникшему между девушками скандалу стало то, что потерпевшая якобы похитила у одной из них несколько тысяч рублей. Однако в ходе следствия доказательств свидетельства о причастности потерпевшей к исчезновению денег не были добыты. Все трое, со слов осужденных, занимались проституцией. В ходе следствия удалось выяснить, каким образом злоумышленницы расправились с пострадавшей и как они избавились от тела. Тело убитой было обнаружено лишь спустя более чем два месяца, 13 апреля текущего года, на том самом месте, где и произошло убийство, когда растаял снег. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, приговору Маргаушского районного суда две 22-летние жительницы города Чебоксары, а также 20-летняя жительница села Чубаево Урмашского района признаны виновными в истязании и убийстве. Каждая осужденная назначена наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников. Напомним, что с 22 по 25 ноября в инфекционный стационар были доставлены 16 учеников школы номер 30. 12 из них госпитализированы. В ходе эпидемиологического расследования случаев заболевания детей выявлены нарушения технологии приготовления пищи. Как сообщила пресс-служба МВД по республике, дело возбуждено по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями подвел итоги работы за год.
3 декабря в Чебоксарах под председательством начальника управления ФСБ России по Чувашской республике Сергея Сафронова состоялось заседание оперативного штаба по управлению контртеррористическими операциями в Чувашии. В нем приняли участие председатель Кабинета министров республики, руководители силовых структур, а также территориальных органов внутренних дел и подразделений МВД и ФСБ. На совещании были подведены итоги деятельности оперативного штаба за минувший год. За это время по плану Национального антитеррористического комитета в Чувашии проведено 4 учения, 2 из них с применением боевой техники и авиации. Отрабатывались оптимальные способы боевого использования задействованных сил и средств, вопросы повышения мобильности подразделений и меры по обеспечению безопасности населения. В ходе учений исследовались новые формы и способы управления группировкой, отработаны различные варианты и средства постановки дымовой завесы, способы высадки военнослужащих с вертолета на воду и их эвакуации из нее. Сотрудникам спецподразделений приходилось преодолевать водные преграды, блокировать и нейтрализовывать условных террористов в лесном массиве, в том числе и в ночное время. Комплексно осуществлялась проверка готовности сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории республики. Разрабатывались меры по повышению эффективности взаимодействия заинтересованных министерств и ведомств по противодействию терроризму. Обеспечена готовность оперативных групп к отражению возможных террористических угроз на территории муниципальных образований. Основным итогом деятельности оперативного штаба является то, что в Чувашии в 2013 году не было допущено диверсионных и террористических проявлений. Основные усилия оперативного штаба и в дальнейшем будут направлены на выявление и предупреждение преступлений террористической направленности и обеспечение безопасности жителей республики. «Последняя кража» – так назвали свой фильм студенты механико-технологического техникума столицы. История молодых людей, их преступления и наказания заставляют задуматься подрастающее поколение о своей судьбе и поступках, говорят актеры. Оценить работу приехал режиссер Константин Ефремов. Наша съемочная группа тоже слушала мастер-класс. Идея Владимира Синяева, преподавателя техникума, воплотилась в жизнь благодаря стараниям студентов. Фильм понравился, но для хорошего результата снимать нужно больше и ездить в Москву на учебу, отметил режиссер. Чувашского кинематографа как такового нет на данный момент, но вот что-то пытается проявляться. Это хорошо. Посмотрел, во-первых, работу ребят, мне очень понравилось. Константин Ефремов – уроженец Чувашии. Профессионально занимается видеоэффектами. Работает в Москве. В Чебоксары приехал провести мастер-класс. Рукой вот так вот машет персонаж. И у нас не видно эту руку. Она вся размыта в кадре в этот момент. Соответственно, мы не видим никакого строба. Но это мы можем сделать только тогда, когда у нас выдержка маленькая. 30 – это уже большая. Все начиналось с видеороликов. Фильмы – вторая ступень достижений студентов. И мне режиссер подошел, Владимир Валерьевич Синяев, и предложил роль сыграть. Ну, я сам и вот эту минимальную роль я уже боялся сыграть. Он мне еще и главную роль предложил. Но я подумал, говорю, да. Классно, когда входишь в роль, это вообще удивительное событие, когда ты ходишь эти эмоции. Актер же получает удовольствие от того, как он сыграл. Мне было очень интересно играть. Учимся на своих ошибках, во-первых, да, мы каждую работу свою анализируем, мы не раз ее смотрим, потом смотрим новые фильмы, интересуемся современным кинематографом. Очень много заинтересованных лиц, молодежь очень интересуется сейчас. Сейчас, потому что есть возможность на самом деле снимать кино, то есть появилась цифровая техника, это довольно-таки доступно по деньгам. На достигнутом студенты останавливаться не собираются. Следующий на очереди фильм под названием «Куратор». Про молодежь, отношения детей и родителей. Будет интересно, обещают ребята. Ольга Алексеева, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. Фильм студентов Чебоксарского механико-технологического техникума «Последняя кража» можно будет увидеть в эфире нашего телеканала в ближайшее время. Широкополосный интернет шагает по планете. Только в России за последние полтора года Ростелеком удвоил количество абонентов ШПД, подключенных по оптике. Таким образом, их количество уже приближается к 4 миллионам. Об этом и не только сообщили журналистам в ходе пресс-конференции представители ОАО «Ростелеком». Репортаж смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До свидания.
Видео пресс-конференция собрала журналистов на всех региональных площадках Ростелекома, от Владивостока до Калининграда. В режиме онлайн были представлены перспективы развития бизнеса компании в области широкополосного доступа в интернет и развития медийных активов. Коммерческий директор ОАО «Ростелеком» Лариса Ткачук рассказала, крупнейший телеком-оператор собирается продолжить ускоренное строительство оптических сетей доступа, чтобы укрепить уникальное конкурентное преимущество – самое большое покрытие сетями широкополосного интернета территории России. К слову, только в Чувашии около 52% пользователей ШПД, подключенных по оптике, это абоненты Ростелекома. В Чебоксарах этот показатель составляет более 71%, а в Новочебоксарске еще больше, превышает 93%. Скорость передачи данных выше, а цены те же. Уже в декабре абонентам Ростелекома и всем желающим к нему подключиться специалисты предлагают новый тарифный план «Домашний интернет Fast». Эта линейка включает три тарифных плана с максимальной скоростью передачи данных до 100 мегабит в секунду. Если абонент пользуется двумя и более услугами Ростелекома, к примеру, ШПД плюс интерактивное ТВ и домашний телефон, то он может сэкономить около 20% в месяц и увеличить скорость передачи данных услуги «Домашний интернет». Еще одна приятная новость. Все больше россиян пользуются интерактивным телевидением. Преимущества услуги оценили уже в 2 миллионах семей по всей стране. Электронная программа передач, управление просмотром, возможность просматривать передачи из архива за 3 последних дня. Услуга видеопрокат, опция родительский контроль, а теперь еще и караоке. Самых активных и преданных пользователей интерактивного ТВ компании решили наградить. Эдуард Шишкин с 2012 года предпочел Ростелеком всем остальным и очень доволен. Я прихожу в разное время, и, скажем, есть передачи, которые я хотел бы пересмотреть, а в прямом телевидении, ну, в обыкновенном телевидении его невозможно посмотреть. Я подключил услугу, ну, разобрался, что за услуга, потом и спокойно назад, на 3 суток назад перематываю и просматриваю то, что хочу. В знак признательности руководство компании вручило Эдуарду подарочный сертификат на телевизионную приставку нового поколения с поддержкой HD и 3D, видеосендер, а также право бесплатного пользования услугами управления просмотром на год и караоке на 3 месяца. Новогодний подарок получат и все те абоненты компании, которые пользуются интерактивным телевидением. С 1 декабря Ростелеком впервые на эксклюзивных условиях начинает трансляцию телеканала «Деда Мороза» в программе, проверенные годами и любимые зрителями мультипликационные художественные фильмы, кукольные представления, сериалы и обучающие фильмы, связанные с любимым новогодним торжеством всех от мала до велика.